Ты уже на камнях? Я... Нет, я за вами. Рядом с тобой. На антенке есть челик, прямо на камне. В городу у него. Я с левой скалу обхожу. Бел. А с чем таким был? СР-25. Челики на палатках у нас, на песке камень у воды. Я бегу на повального. Вот, стреляю. Хожу. Убил двоих. Тебе что ты сказал, надо какой-то для самогона-то? Серма... Не-не-не-не, я уже все делал. Мне кажется, дальше гряда, которая к поваленным. Там камни где. Второй. А, вот он стоит. Просто он сливается, капец, сейчас убью. Блин, чел, где-то есть там, алё. Стоит на камнях, правая сторона. Правая. А, вижу. Блин, а что такой свет какой-то очень темный? Да сейчас что было? Я что-то по нему, кажется, тоже прилетало. Бежит. Фулочка. Убил? Фастем. По нему, наверное, работал. Да-да-да, по нему он был. По дереву попадали пули. Сидит право, второй, внизу, где убивал. Под трупом. Слева, снизу? Снизу, справа. Второй камень. Справа? Первого, где убивал, под ним. Понял. Справа взял, отхожу. Он правее идет. А, нет, наверху, по-моему, ходит так. Да. Вижу. Убил. Я намечу. Что теперь этот камень претендует на суицид название. Суицид 2.0. Суицид 2, да. Надо поваленный чекнуть с нее. Там могут быть люди. Так, бот орет. Своих будешь чекать? Да, надо проверить. Поваленный надо, визуально. Надо проверить дальше. Тебе? Не-не. Мусина? Справа. Вверху я внизу. Блять, бот, сука. Бота убил. Понял, да? Этот челик сверху тут на гряде должен сидеть. Он обходит ее. Сзади там получается ходит по ней. Да-да. Бегает. Убил. А, и этого тоже убил, тут двое было. Жопа один. Тут в каске, по-моему. В низиночку ушел, похилился. Нет, изначально было с второго, сейчас на четвертый. Опять этот Ледекс, мы вчера вот находили с Мэттом. Где? Чел с ником Ледекс. Помнишь, Мэтт? Да. Да, опять с этой своей снайперкой безумной. Опять там же лежит? Нет, в другом месте теперь.
под низу. Попробую. Не прикрою, но посмотрю. Остается ли челик? Лег. Бил Кремингтон. Если что, слушай, откуда? Скорее всего, со спины, с новой территории. Ёпли, дефендеры, бля. Больного никого не вижу. Да, закончилось. А я вижу, на новый труп лежит, по-моему. В клетчатой рубашке. Да? Это труп в клетчатой рубашке. Где он там лежал? Справа от камня. Там жопа торчит. А, рука. Не, тут не досмотрят. Кстати, по-моему, там пушка рядом лежит, как будто не залутан. Ну, может быть, этот челик его убил. Может и нет. Парень-то убил его. Кондиар, нет, его не тот убил, чел. Ты могло прилететь? Сейчас я посмотрю, что за ствол. СВ-98. Ну, если не лутаны, то значит издалека, мне, наверное, скала, мне кажется. Пойдем через вышку посмотрим. Да, да, да. Сможет загреться, дробовик. Так, так, так. Да. СВ-шка. Он спалил, но было поздно. Вот которого я убил. Поливал, блин. Ты стрелял? Нет. У меня на зубе. Понял, зуб? Скала такая острая. Принял, по кромке иду. Убил? Убил его, да? Еще есть, там еще убил, есть. За скалой от тебя. Да-да-да-да. Лег там в траве. Да-да-да-да. Убил. Так, ладно, одену чепчик. Здесь, мне кажется, что-то мега кучно сидели. А, вижу, прям бежит на нас. Кто? Мне кажется, он снова в локи пришел. А вот он, перед нами, слева. Прям в сайте к дороге идет наш. Это СВ-шка. Убил? Нет. Бот по нему, походу, с горностая бахал. Может быть. Сидит, 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 снайпер, скала. Где? Убил. Он еще там один. Второго не по вижу. По мне то, что он не попал. Понял. Пропрыгиваю. Под него.
значит опасно. Так, тебя если только справа примут с новой территории, я плюс-минус ее смотрю. Как-то без гранат, бот. Убил одного ЧВК на новой дороге. Это ему была граната. Он по мне штурмом работает, он центр лесопилки. Ты где? На новой дороге. Крытым. Я у плотного камня. Так, у меня есть учел? Или ты? Ты стоишь? Нет, ты? Подхожу. Бил. Я за тобой. Перед тобой не мог быть. Ага. Этот чел с новой локации спустился. К одинокому камню суицида. Я подошел в плотник. Ты бегаешь? Дефолтом подошел, ну по центру. Да, я да. Стою, он взял. Новая дорога есть. Есть, есть, есть. Меченая насыпь. Слева пошел к меченке. Большая сумка. Двое. Хорошенькие вид прям. Я бодрые. Не попал? Херово. Один синяя сумка там. Обоих? Нет. Блин, как так-то? Хорош. Минус один. Один левее был. Ближе к меченой. Хаеп прокидывает. Убил. Это по тебе бот или что стреляет? В глубине. Было, да. Все, маленький урон. Ребята. Нашел? Нет. Вот он. Актер. У него ник актер. Опять актеры, блять. Чё не полным составом? Где еще актеры? А, его убил штурман, понятно. Ну, на это наши полномочия и все. О! Это, кстати, лес, по-моему, самолета, нет? Нет, это нас. Два типа у меня. Убил обоих. Бля, я только поднялся обратно на... Ложусь лутать, открыт под дефолтный камень у воды, если чё. На тропе. Мешаешь туда со стороны. Да, в порту этой груды. СВД убил вправо у нас за юсеком. Это он на меченку работал. Там то ли труп, то ли валяется что-то. Ну хотя пистолет стрелял на меченку. Сидит, сидит, сидит. Где? На Дефолт? Скале, скале. Видишь? Убил. Nice.
где сейчас там? Времянки. На дороге побежал. Сидит, сидит внутри. По мне. Вот. Минус. Чувака убил? Да. Пускай есть временка. Убили меня. Блять, я слышал это. Самолета. Нет, это совсем близко. Не наградили он. Затылок. Кридай это. Понял. А ты где был? Торец гриды. Смотрите, он профессионал. Чел, ты никогда в жизни не догадаешься, где он был. Где? Ебутся коты, блять. Я его убил. Я пробежал мимо него два раза в упоре. Я почти на голову ему наступил. Он ни звука не издал, короче. Да. Я потому что слышал, как он затвор передергивал. Капец. Охерею, бля. Насколько же страшно вот людям играть в эту игру. Я пробежал перед ним реально несколько раз. Космонавта какого-то убил. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.